красное здание пехота пытается опять повторно бежать на проход. С той стороны. Не, ну это мясо, тут... это мясо, конечно. Я снял. Там пойдем. Ты подходи сюда, бегом. Бегу. Вижу танк. А, твой дом на метке защиты, второй этаж. Принято. Еще точнее ситуации. Чего? У нас как ситуация у вас? Ну, по нам ведет огонь танк. Ну, понтон пока чистый. А, Эрик, да, ты используешь чинокль, выискивай всех. Да-да-да. Ты они на 220 там у этого, у этих мельниц. По кустам шарится. Дымы там, да, у мельниц, дымы, они в кустах. Я уже дал им там, то, что пойти. Ой, бегут, бегут к понтону, бегут. Подходят к понтонке. Дымы пошли от них. Понял. Пулемет, все правильно, там левее этого, очень много левее. Левее, да? Выкашивайте их. Левее ты, как его, мельницы, левее мельницы. Метров 10 от мельницы лево. Да-да-да, чуть правее, правее, чуть-чуть правее. Хорошо кладешь, они не высовываются. По нам работают. Да бы парочку, блин, зарядов бы. Понял. Сейчас. Пулеметчик бежит вправо от понтона. По полю. К высоковольтке подбегает. Ребята, видите? К дому бежит. Сейчас будет засаживаться в дом. Отлично, еще один бежит. Там же. Двое, двое. За металлическим основанием. Лэп-ленты. Жаба. А, подбеги к Жеке. Туда ближе. Куда? К понтону? Move fast. К Жеке. Понял. Прямо возле понтона, прямо в окопе.
дома. Крайний дом слева. Видишь? Угол левый. Поднимай, да-да-да, поднимай. На метке атаки. Трое лежат, поднимают. На метке атаки. Гаси там. Чуть отлично, гасишь еще. Надо найти. Снайпер у понтонного моста. Командир, они заняли дома на метке мяча. Оттуда пулемет работает. Переходят через понтонный мост. Пытаются перейти, им не дают. Он не перейдет. Это будет сейчас, конечно, по ним полить. Медик поможешь? Да, конечно. Обнови Галик. Кто у нас радист? Да, я его обновлял, но что-то ни хрена. Сейчас появлюсь, обновлю его. Нет, не слышу. Меня положили где-то, не, я не понял. Стрелять не будем, они могут уже обходить. Сейчас. Сейчас, ты тогда беги, Эрик, осторожно сам подымай. Тогда нет. На ухо сходи, посмотри. Меня пасут, осторожней. Ты беги, беги, Нед. Посмотри, что там. Квит, тогда займи в здании. Сейчас я тебя быстро подымаю, надо уходить. Лечиться будем в другом месте. Жаба, подкинешь припасы? Бля, ну тут повалило, убил. Лаки разбиты, никого не вижу. Жаба. Церковь стреляет, ой, не церковь. Чувак, на метку защиты займи позицию, найди там куст. Принято. Квиз, там есть бочки. Займи там позицию. Пулемет стреляет. Нет, там блин, печально. Нет, тогда возле мельницы нас снял снайпер. Он там пристрелялся. Понял, ну тут никого нет, только две разбитые пушки платные и все. Сейчас тогда. Я пустой. Надо смотреться. Обнови ралик. Блин, снайпер пасет. Подними. Я вижу второго, вижу, ребята. Второй тигр. Там сейчас вторая бомба просто лаки стоит. Он к мельнице подъехал. Самая левая. Давай за собой. Слышал? Нет. Где?
На 230. Можете обойти с другой стороны и выйти. Сейчас уж стреляют. Хорошо. А, Квист. Да, снесись к Джеке. Куда тут? А у них будут патроны? Бегут, бегут, бегут. Да, наверное. Посту бегут. А снайпер метки. Да-да-да, я просто не мог. Командир, пулеметчик у нас, пометишь его на той стороне? Посмотри, 240-250, возле красного дома одноэтажного. О, сняли его, сняли, молодцы. Там пушку надо найти место, где ее повесить повыше. Мне бы снова поставить. Эрик, готов меня поднимать. Я сейчас бегу наверх. Снова. Давай. Как ты вижу? Ты хочешь ее пометить, да? У нас постоянно сюда арта идет, они не перебегут. Он рашит, по-моему, да? Да-да-да, вот она, пушка, ты ее пометил. Отлично. Кстати, ты можешь отсюда, с другой стороны, с балкона, хорошо метки ставить. Да, я ее вижу. С моей позиции ее видно. Вот туда, командир, вот сюда вот заходи. Там их видно. Ага, спасибо. Бам. Съел. Жестко тебя мне не поднять. Значит, слушай. Значит, Жаба. Нет. Я. Эрик и Квиз, да. Остаемся уже. Жаба и Нед, поднимайтесь наверх туда. Отлично, уничтожили пушку, подтверждаю уничтожение. К метке, да, к метке наверх. Точки. А что за метка? Давай, идите. А, Квиз, это не для тебя. Ты остаешься у Жеки. Хорошо. На это пойми, тоже здесь. А мне бежать в точку, да? Да, и на это тоже. Машинку нашу. Тоже. Танк работает. Ну там же два танка, я не знаю, куда они поехали. Тигр стоит прямо на поле. Это логисты, они скинуть. А КТ где? У этого лэпа. У собственно этой электрической передачи у стола. Видишь? Чего? Тигр стоит 240-250. Да, видно.
На нем мед уже стоит. Или там что-то еще? Нет. Больше нет ничего? Он просто дулом вводит туда-сюда по всему нашему берегу. Блин, зараза, он на меня усматривает. А какова задача? О, здесь, на точке. Помогать. Помогать нашему обороне главного моста. Командир, еще один танк за мельницей стоит. 240. О, нет, 210. Тело, ах да. Хотелось бы его. Ты ж сейчас пометишь, я к тебе подбегу. По нему арта бьет. Из вас кто-то имеет стрелять с пушки? Есть, нет? Ну что? Там целый, целый танк. На пушке умеешь работать? Слышал. Блин, короче, жаба. Сядь на пушку. На метке защиты она стоит. Просто плохо слышно, здесь столько взрывов. Танк уезжает. Уехал тот тигр. Смотри, смотри на мельницу. Вижу. Танк там видишь? В кустах. Прям на пляже. Ралли полторы минуты. Галик обновить. Да, я сейчас появлюсь обновлю. Я слежу. Жаба, ты где? Умер, возродился только. Принял. Там только артиллерии и взрывов, и гранат там. А тебе надо занять пушку, я ее уже поменял. Я бегу, я встал с МСП, уже бегу. Там ближайшая есть. Да, я только сейчас заметил. Я бегу тоже. Да, нет, занятый. Берегу я успел заметить то, что они через понтон пытаются пройти. Пехота подходит к понтону. Принял. Квиз, осторожно, там на понтонке сейчас у тебя будет. Что-что? На понтонке у тебя сейчас. Сейчас будет пехота. Пушки попали. Я только сел за
Есть проблема в пушке, то что мы ничего не видим. Потому что тут сидите. Постоянно дымы падают. Сидите и ждите. Нет, тогда рыбики бегают немного. Корректируй жабу. Только не фудите. Короче, перед дороги, на верхней части, стрелять по ней, на мосту, который. По верхней части, чего? Стрелять фугасом. По верхней части моста стрелять фугасом. По вот этим перегородкам. По перилому стреляй. Метка 75, Эрик, посмотри. Сейчас. Но ту пушку, которую ты до этого помечал, еще раньше сняли. А другой я не вижу. Не, там как раз новая стояла. Это обновили сейчас новую сняли. А, значит сняли новую, да. Ну дымит. Надо найти сейчас танк или что-то еще стрелять. Да не высовывайся, там вот на одноэтажном здании снайпер сидит. Вот бегут к этому, к понтону нашему. Опа, снайпер, я говорю. Это снайпер. Там вот это красные дома, блин, у них снайпер засел. Командир, пушка за на 20. Мельницей. Я знаю, я уже перед. Артиллерия? Что за фигня? Дальше на мосту. Чего? Танк на мосту.
Готовьтесь, сейчас танк будет. Пехота пытается пробежать понтонный мост. Прошли. Спаси. Сейчас противник будет. Бери винтовку. У вас там все плохо? Вам помочь? Нет, у вас задача своя. Бегут, бегут. Галик обновить надо, срочно. Гибаптесь и обновляй галик, срочно. А, нет, ты жив, нет. Отлично. Обнови. Отлично. Танк живой, нет? Нет, Зепов, сними. Я тут с тобой лежать. Какой? Повтори. Грязь, красный. Зашли, как они могли зайти? Надо искать в одиночке. Разок. Второй этаж. Гали красный на втором этаже. Побежал на восток. В здание. Автоматическое оружие. Ну, в этом складу. Я на втором. Первым. У нас тут очень много пехоты. Так, пока. Спасибо, на ярелике. Ты снял? Одного снял. Ищите, надо поискать пока. Квиз. Что? Надо будет отойти тебе. На метку МФ. Хорошо. Бегом, бегом, бегом! Они не должны уже проходить. Надо крыть метку защиты. Смотри туда. Подходи пока. Да-да. Только займи аккуратней. Пулемет. Слышу пушку, сейчас найдем. Пока смотри туда, Эрик. Красное здание пехота пытается опять повторно бежать на проход с той стороны. Не, ну это мясо, тут... это мясо, конечно. Я снял. Так,
нечем, да, поднимать? Я его просто. Давай я попробую добежать. Не надо тикеты тратить. Ну я 16 секунд еще добегу. Ну хорошо, давай тогда. Я лежу. Они поставили ралик прямо возле понтона, на нем встают и пытаются пробежать. Сейчас. Ребята, ребята, они проходят, двое прошли посередине моста. Прошли, сейчас ралик откинут, скорее всего. Парни, срочно бегите сюда, нужна поддержка. У нас прорыв, ребята, давайте. Да, и медик. А, в этом плане, я думал, на нас тут бомбу кидают. Ну скажи там, чтобы хоть кто-то пушку занял. То помогает. Все, они отстреливают нас. Стоп, наверное. А где наши танки? Или они тут бесполезны? Которые около ралика, и не давать им проходить. Займите уже пока. Где ралик? Нет, около ралика. Квиз, не выходите, вас спасет пушка. Танк херачит. Получается... О, нет, не-не-не. Связь пропадает. Да, плохо тебе. Чё? Ты заикаешься, у тебя и микрофон пропадает. Да. Танк на мосту откатывается на базу. Не слышно тебя. Сказать здесь? Нет, не слышно. Скажи в диси. Если ты что-то говоришь, мы тебя не слышим.
пушка на том же сто... Там же пушка. Да, это флаг, наблюдаю. Там сапер, ой, логисты подъехали, сбросили припасы. Жестко залетел. Сейчас я останавливаю. Там надо опять эту метку ставить, чтобы ее разбомбили. Куда? На Муфас, беги, жаба, к Жеке. Спасибо. Не высовывайся, снайпер. Да. Там 20. Слышу, очень опасно. Они у него где-то устроились. Ох, ё. А как оно простреливает? Я вроде не ушел. Сейчас я тебя подниму. Не занимайте тот дом больше. Нет, не подниму. У них зенита. Они нас разбомбили. Повтори. Они по нашему дому совсем не лупанули. Слышу. Нет, лежи, я попробую до тебя добежать сейчас. Подниму, чтоб тикеты не терять. Да. Я у Жеки, что дальше? Займи где-то на позицию. Летит на нас, наверное. Именно на нас с тобой. Черт. Просто вошли. Займите позицию. Нет, убой. Эрик, ко мне подойди. Принято. Эрик, твоя позиция на метку форт. Принято. Нет, займи место на убочек. Они перешли мост. Антон? Здесь, здесь, здесь! Где? На мне, командир! Вот там в дымах я кинул, успел кинуть фосфор. Забора.
Займи место. Одно я не вижу. Видно все. Убиваю радиста. МП-40 зарешала. В кустах лежат, короче. Один за деревянным этим. Закидывайте гранатами. Пусть они сожрут это все дерьмо. В итоге закинули меня. Аккуратно, они там в кустах. Он прямо на углу. Снял. Отлично. Они пытаются левее чуть пройти. Я аккуратно здесь, прямо здесь был, лечил кого-то. Нет? Принял. А, супер, ко мне пусть прикроет спину. Бегу. У меня противник. Эрик, конечно, Шрик, конечно, это бегу. Добегу, добегу. Тут же Жеку прорвали. Ух, ё! По мне прям пушка дал. Но это похоже артиллерия, а не пушка, потому что я был за забором. Да, я слышал пушку. Уже в доме. Это пушка, она слева стреляет. Такой радиус прям поражения. Не бегите 200, оттуда. 200. Вам туда не надо. Держим позицию у дома, около галли. Где находится на... Граната. Красный рогалик, красный. Он дорогу перебежал. Уже нет. Он дом мог это. Нет, Эрик. Да мёртв он. Крис, уходи оттуда, тебе там не надо быть. Нет, тебе сейчас в спину могут зайти, они обходят с той стороны. Спину, вот спину, спину! Жаба, бегом сюда, надо. Сейчас хилялся. У деревянного, не знаю как это назвать, даже шалаш, блядь. Подойди к нету. Прикрой нету. Еще на юго-востоке, там далеко в кустах лежат. Убил, убил. Можешь пометить. Рядом со мной в здании. Бегу. Осторожно, здесь противник. Да, успел? Там в здании вроде, смотрите. Второй этаж. Раньше. Он сидит, да, там? Ну да, там стариком. А, там что, ради... перегруппируемся. Квиз, снет. Жаба со мной. Эрик, держи здание, покрываешь их потихоньку. Я стараюсь, но они напротив ралика прямо засели. Квиз, к нету, бегом ножками, топ-топ-топ. Это нет? Квиз. Жаба, жди меня.
Жаба, смотри, там... Блин, ребят, надо помощь, надо помощь. Сарайчики. Напротив тебя в окне. Да, смотрю, сарайчики. Вижу их. Вот у меня он снял эту сразу. Ну, одного я там убил. Блин, точку забери. Я знаю, но они там разбираются. Зачитайте здание пока. Нет, вы... Иду, иду. Впереди, впереди нас. Еще слева, слева был. Бегом, 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 отходи гранатом! Ну, здание чисто. Я пойду в тот северный дом посмотрю. Снимайте место этого, Джеки. Двигайтесь на Move Fast. Давайте переходим на Move Fast. Мы решили контрнаступление провести. Этот, Жека возьмет полностью мост. Мы, он спереди, и мы сзади. Возможно, они даже будут сейчас отрезать их на главном мост. Бегом, не тормозим, надо полностью взять. Бегу, бегу. Эрик и Квиз занимают здание. А Нет около моста. В кустах. А Жаба на метке защиты. Принято. Там найди себе псы. А Эрик, наводи Квиза. Вот где-то на метке атаки нет. Я тебя подключу. Угу. Да, они взяли. Принял. МСП по главному мосту полетела. Пусть ее там принимают. Жаб, ко мне подходи пока. Принял. Стой, Жаба. Значит, Квиз, Эрик, Нет, отходите на точку пока. Жаба назад. Принято. Нет, только подожди немного. Галик, Галик обновил, ладно. Значит, Нет с нами еще. ССЛ. Еще полетел МСП по главному мосту. Принял.
Там снайпер. По-моему, ее Жек взял. Они на севере адочки. Понял. Хорошо. Квиз, Эрик, работаете вместе, идите на метку защиты. Смотри, сверху стреляет, аккуратней. Сверху. Понял. Нет, ко мне, нет. Сзади, я сзади, нет, сзади, нет, сзади я. В здание заходи, ближайший подъезд. Блин, в соседнем, значит, меня сняли снайпер где-то. Да, они на севере. Только осторожней. Осторожней там. Что-то взорвалось. Ну, наша москвичка целая, это не она. Блять, ну у меня нет этих... шприцов. Надо поднять. Чайно. Киса, киса, есть шприцы, подними. Вернуться? Да, поднимите, кто ближе. Не, жаба, ты пока будь, там квиз и должен поднять Эрик. Да, подними, попробуй квиз, сможешь поднять? Не гивапаемся, ни в коем случае, лежим до конца, если есть рядом кто-то. Блять, серьезно? Блин, значит не подымет. А, жаба, подбеги ко мне. Да я до нос дыхну. Подожди, меня тут держите, убивают. Пока. Ага. СТГ зашел на меня. Ага. Бля, под мостом бегают рядом с нами. А Хаслер бежит уводить МСП? Не знаю. А, тогда Эрик, ты гивапайся, сейчас подымешь всех. На ралике спавнься. А, сначала меня подыми, да, потом квиза. Жаба в последнюю очередь. Жаба, мы сейчас немного поменяемся. А, скорее с... нет, нет. Нет, все так и останется. А там бесконечно спавнит Бренкерия. Да, да. Лучи Джи. Отлично. Отлично. Что, парел? Блять, 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 блять,